Друзья, сейчас мы проезжаем Тбилисское море, вернее, Тбилисское водохранилище. Оно было создано с целью снабжения города Тбилиси водой. И с этой целью водами реки Иори затопили 3 озера. На водохранилище есть несколько оборудованных пляжей, аквапарк. Так что летом можно где отдохнуть. А вот сейчас проезжаем, видите, на холме возвышается монумент «История Грузии». Это работа Церетели, над которой работал он 20 лет с 83 по 2003 год. И монумент выполнен в виде 16 огромных крестообразных стел, и каждая по 35 метров высотой. Тоже интересное место, я тоже посещала, видео у меня есть, так что можете посмотреть, кому интересно. А сейчас подъезжаем, перед нами торговый центр Тбилиси Молл, большой, огромный торговый центр. Здесь все есть, и одежда, и обувь, и техника продается, и рестораны, и кафе. Так что придешь сюда, можешь целый день ходить и скупишься, и отдохнешь. Также есть Карфур здесь. Стоянка внизу там тоже для машин большая. Ну а сейчас спускаемся в сторону Мцхеты, едем. Вот видите, на указателе. Гзам Шведобиса. Счастливого пути. Дорога прекрасная, ровная, так что можно ехать и любоваться красотами. Да, мы направляемся в эту сторону, хотим посетить крепость Ананури. Я раньше тоже там была, в том году. Еще хочется такое интересное место. И вам хочу тоже показать. Какой мост огромный. Высокий. Посмотрите, какая зелень везде. Монастырь Дживари направо, но мы, правда, не туда едем. Вот указатель показывает, значит, Батуми, Сухуми, направо Мцхета. Владикавказ, Гудаури. Ушли направо, а нам прямо. Далеко-далеко, видите? Монастырь Дживари виден. Так что с нами путешествуйте и смотрите, какая здесь красотень. Вот монастырь Дживари. Я тоже хочу туда сходить. Мы были тоже, конечно, уже сколько раз, не один раз. Это Зедазени. Они же могли поехать в Сагураму. Батуми, Сухуми, Анкара. Степан Сминда. Не-не, я говорю, не за это я говорю. Все на... Видите, здесь все продаются, фрукты. Здесь глиняные изделия всякие. Можно покупать как сувенирчики. Ну и голодным не останешься тоже. Останавливай машину, покупай фрукты и давай. Здесь все дешево стоит.
налево Базалет и озеро. Мы тоже там были, тоже красивое место. Зеленое-зеленое вокруг. Это видео будет немножко покороче. В следующем видео я уже покажу вам крепость Ананури. Жинвальское водохранилище тоже. Налево смотрите, какие скалы. И везде все зеленое. Так что до следующего видео.